1 марта Черноморское бюро правовой помощи переехало в дом быта «Радуга», который расположен на улице 1 мая. Юристы принимают в одном из кабинетов на третьем этаже здания. Путем длительных переговоров, официальной переписки с местной властью, Черноморское бюро на основании договора аренды получило нежилое помещение. Итак, с 1 марта 2017 года мы находимся по новому адресу. Это 1 мая 3, дом быта «Радуга», комната 305. Руководством города Валерия Ключем Хмельнюком, заступником Натальей Ивановной Чумель были приняты все меры для оказания бесплатной правовой допомоги населению в городе Черноморске. Для этого выделили помещение в доме быта «Радуга», где население может бесплатно получать свою помощь. Сотрудники бюро правовой помощи бесплатно консультируют горожан по юридическим вопросам. Кроме того, определенные категории населения, такие как малообеспеченные семьи, дети войны, дети-сироты и другие, могут получить вторичную правовую помощь, которая заключается в представительстве интересов в судах, органах местного самоуправления и других учреждениях и организациях. С начала текущего года юристы уже провели более 200 консультаций. Найосновними питаннями із цих консультацій це були питання спадкового права, земельного, безпосередньо розірвання договору оренди земельної ділянки паю. Також це були сімейні питання безпосередньо стосовно отримання аліментів, звернення до суду про розірвання шлюбу. Також основними із питань, з якими зверталися громадяни, це було житлове право, безпосередньо щодо визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням. Также сотрудники бюро правовой помощи проводят выездные приемы в здании городского совета в кабинете номер 106. В этом месяце такие выездные приемы будут проводиться 9, 16, 23 и 30 числа с 14 до 15.00. Ждем всех желающих получить бесплатную правовую помощь. Адвокат Кристина Артемьева, которая сотрудничает с несколькими центрами предоставления правовой помощи, отмечает, что их работа нужна и важна. В нашей стране люди еще недостаточно грамотны в правовой сфере и нуждаются в правовой защите своих прав. Поэтому бесплатный правовой центр дает такую возможность получить бесплатную правовую помощь, получить консультации квалифицированные. Также в этом центре Ильичевском есть хорошие специалисты, которые всегда рады и могут помочь людям, которые материально не защищены. Черноморское бюро правовой помощи работает с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 15 часов 45 минут, обед с 12 до 12 часов 45 минут. Записаться на прием можно по телефону 50226.